В одном из видновских салонов красоты сегодня аншлаг. Все мастера задействованы в реализации фотопроекта телеканала «Видное ТВ». Парикмахеры колдуют над укладками, визажисты наводят красоту с помощью макияжа. Мы делаем такой нюдовый макияж, но с акцентом на глаза. Добавляем цвет, который будет на контрасте с оттенком глаз. Он очень красиво будет смотреться. И, в принципе, можно дома сделать самостоятельно. Фотопроект «Семья опора» – это нечто новое для телевидения. Совместно с клубом жен мобилизованных «Защита тыла» и при поддержке салона «Марафет» сотрудники «Видное ТВ» решили подарить семьям бойцов специальной военной операции день красоты и приятного времяпрепровождения. Конечно, хочется выглядеть всегда красивым, но в реалиях жизни, наверное, это достаточно сложно. Мы все работаем, мы все устали, но почувствовать хотя бы на пару часов себя вот тем нимбом, той суперзвездой, это действительно очень достойно. На лице улыбка, в душе радость. И несмотря на непростой период в жизни каждой семьи, чей муж, папа, сын, брат ушел защищать родину, сегодня они понимают, что не одни, и вокруг много неравнодушных людей. Для меня это вообще впервые. Макияж я делаю впервые профессионально. Поэтому все очень супер. Я еще, когда сейчас приеду домой, я буду долго отходить от этого. Потому что в Московской области я в первый раз вообще в такое заведение попадаю. В Москве такое не увидишь. Красивыми перед объективом камеры предстали не только мамы. Стрижки и прически мастера сделали и их детям. Вместе с младшим сыном Алексеем на фотопроект пришла Татьяна Соушева. Говорит, сейчас, когда супруг и старший сын мобилизованы на СВО, именно Алексей – главная опора и поддержка. Я помогаю ей делать всякие дела, например, мыть посуду. Это далеко не первая благотворительная акция, в которой участвует марафет. В дополнение ко Дню красоты руководитель салона Светлана Федотова вручила представительницам клуба абонементы на скидку в ее другой бьюти-проект. Делать женщин красивыми – наша профессия. К тому же в этом году мы немножко выросли, у нас стал еще один проект появился – Russian Parikhmashin. Это чуть бюджетный проект, это уже сегмент эконом плюс, очень доступный, но качественный. Сегодня ребята тоже принимали участие, не остались безучастными. Очень важно было немножко поднять настроение, потому что такой ситуации тяжелой. Хотелось бы хоть как-то их подбодрить. Это лишь начало масштабного проекта, у которого впереди долгая и красивая жизнь. Совсем скоро жители Ленинского городского округа, да и всей Московской области смогут увидеть результат проделанной работы. Юлия Погосян, Александр Логинов, «Видное ТВ».